Здравствуйте, меня зовут Дана. Это отзыв на тренинг Павла Борисовича Колесова «Самогипноз 1». К этому тренингу я приступала с чувством прикосновения к некой магии и волшебству. Тренинг изменил мое отношение к себе, к своему свободному времени, к своему отдыху. Мое самочувствие значительно улучшилось, я начала высыпаться, наконец-то избавилась от синдрома хронической усталости, появилась энергия, появилось желание действовать, появилась уверенность в своих силах. Я научилась погружаться в транс в прямом смысле этого слова. Восхитили 5 пунктов вхождения в транс. Это своеобразные правила, которыми пользуюсь с удовольствием каждый раз. Могу сказать, со своим бессознательным я познакомилась именно проходя этот тренинг, за что очень благодарна Павлу Борисовичу Колесову. Научилась пользоваться маркером, и чудо, он срабатывает в большинстве случаев. Фишки бессознательное спасает от самоизноса. Научилась и продолжаю общаться, договариваться со своим бессознательным. Следующее, себе пообещали выполнить. Я вхожу в транс каждый день, выделяю для этого минимум час. Это мое правило. Отдыхать раньше, чем устанешь, это истина и теперь мое убеждение. Первый транс, который я попробовала на себе, транс антистресс. И он остается самым моим любимым трансом. Я просто возрождаюсь после этого транса. Очень люблю воду и воздух, и в этом трансе присутствует ручей, присутствует полет. Это необыкновенно ложится вот мне прям на душу. Также люблю транс ветер, когда мало времени, он всего занимает всего 10 минут, и великолепнейший транс чувства. И сидячих, каталепсия и точка. Очень благодарна тренеру за такое разнообразие трансов. Повторюсь, каждый транс уникален. О тренинге я мечтала давно. Павел Борисович постоянно рекомендует этот тренинг. И я получила его как бонус, считаю подарком свыше. Восхищаюсь благородством и щедростью Павла Борисовича Колесова. Тренеру доверяю всей душой. Супер профессионал, талантливейший человек, взявший на себя непростую миссию сделать человеческий род счастливее, благополучнее, здоровее. Тренинг рекомендую всем, кто хочет избавиться от хронической усталости, кто хочет улучшить сон, кто хочет возродить себе энергию, силы, кто хочет чувствовать себя бодрым и здоровым на протяжении каждого дня, каждой недели и так далее, кто хочет получать наслаждение и удовольствие от жизни. Благодарю, Дана.